Майкл, ну вот смотрите, как вы думаете, вообще на крипторынке можно заработать? Ну, то есть или эффективные способы заработка, вы знаете? На крипте? Да. Точно так же, как и везде. Дело в том, что у нас существует место, во-первых, где, ну, базар, да? Я уже приводил такой пример. Значит, вот есть базар, на котором что-то покупается и продается. Базар, допустим, где продаются фрукты, овощи. Базар, где продается, допустим, не знаю, мясо. Базар, где продается там обувь, где одежда продается, базары. Вот. И у нас существуют базары, условно говоря, это называется в английском exchange. Exchange – это, ну, обмен, обмен, да? Что-то за что-то, короче говоря. Ну, как на базаре. Товары и деньги, да, вот это способ обмена. Вот эти exchange, есть разные варианты exchange. Самые две крупные биржи находятся в Соединенных Штатах. Одна Нью-Йорк Stock Exchange, а вторая Чикаго Mercantile Exchange. В Нью-Йорке трейдуются компании и какие-то индексы, Dow Jones, допустим, да, а в Чикаго самая крупная в мире биржа, где трейдуются фьючерсы, где трейдуются commodities. Commodities – сырье, правильно по-русски? Верно? Сырье. Вот. Фьючерсы, то есть есть такое понятие, фьючерс – это будущее. В ожидании того, какова будет цена через, скажем, 3 месяца. Вот. Прообраз биржи – это был 14, по-моему, или 15 век в Японии, когда я уже тоже рассказывал историю, когда император, который жил в Осака, это тогда была столица Японии, и вот, и он отправлял вассалов своих, отправлял на места, причем отправлял без семьи. Так, семьи у них жили в столице. А они жили, ну, чтобы не мешало, короче говоря, всякие там это управлению вот этими лишними провинциями. И вот, но поскольку они были одни, им надо было себя, так сказать, показать, и там деньги были нужны на какие-то другие их потребности. Они, а где брать деньги? А зарплату им вручали, то есть когда они приезжают обратно, так сказать, на побывку, получают деньги, общаются с семьей, ну, один раз, там, к примеру, в квартал. Да? А вот, а так им необходимо находиться здесь, никаких выездов. И вот они, деньги заканчиваются, и вот им нужны деньги. И они говорят соседнему вассалу, слышишь, говорит, Петрович, говорит, вассал, Петрович, он ему говорит, слышь, Петрович, ты посмотри, какой у тебя одежда здесь сплошные идут, рис, не будет риса, посмотри, а у меня сколько риса, у меня закрома полная риса. Тот ему говорит, так что ты хочешь? Ты мне, говорит, я тебе рис, а ты мне бабки дай. Вот. В счет будущего урожая. Он говорит, хорошо. Ну и залог, естественно, есть. К примеру, ну вот есть такая в реал-эстейте, я проходил 2 академии, поэтому я знаю, и очень сомневаюсь, что это кто-то знает, вообще-то говоря, на территории постсоветского пространства. Там столько нюансов много было. Ну, сейчас не буду озвучивать. Но там есть, скажем, такая опция, или по-русски это называется опцион, или option, на того, что если ты не выполнишь свое обещание, у тебя заберут. Collateral, как называется. Ты ставишь в заклад свой какой-то дом, допустим, да, если ты не обеспечишь. Ну вот под урожай это было. Это был прообраз этого самого нашей биржи. Что будет в будущем? Он же рискует, он же не знает, какой будет урожай, сколько там будет дождей, но тем не менее у него есть астрологи, можно все это предсказать. Поэтому можно предсказать цену тоже, базируясь на каких-то определенных принципах. Это то, чему я обучаю. Как можно спрогнозировать цену, допустим, какого-то товара, да, или какого-то инструмента, который идет вот на этом базаре, трейдается. Ну, в частности, допустим, трейдается золото. Золото – это не физическое, не слитки золота, не монетки, да, а просто сколько будет золота, да, вот через 3 месяца или через 2 месяца будет сколько золота. Ну и тогда, если мы видим, что оно идет вверх, мы покупаем, оно идет вверх, мы продаем. Вопрос другой, что самое интересное. Это то, чего они,
Они не хотят, чтобы мы знали. Я уже говорил это в голосовых сообщениях о том, что этого не знают, ну, те, кто не имеет отношения к бирже, вообще категорически не знают этого. И поэтому вопрос такой, можно ли заработать на падении, скажем, ну, золота, серебра, там, не знаю, форекс. Вот. Можно ли на этом заработать, если мы знаем, что оно все летит вниз? Ну, два варианта вопроса нет, нельзя, потому что у человека в голове вот купили подешевле, продали подороже и заработали. А если все наоборот, тогда нельзя. Значит, надо подождать, когда оно долетит до низу, там купить. А, неправильный ответ, потому что в течение вот этого момента отсюда сюда можно заработать, если все летит вниз. А, был один гениальный мужик у нас в Соединенных Штатах, который ту же самую технику попытался применить к real estate, недвижимости. Что будет, если цена падает? Можно ли на этом заработать? Ну, казалось бы, нет вариантов, нельзя заработать. Он применил технику и сказал, можно. И начал получать от этого бенефиты. Это дело быстро пронюхали оттуда. И его посадили. Этого делать нельзя. Это государственная программа, здесь нельзя. Вот. Поэтому здесь очень интересный момент. Это не хотят, чтобы знали. Вот. Потому что все хотят, что до Луны идет, взял, купил и держи, и до небес долетит, и ты там продашь, и сразу будешь миллионером. Ну вот, к примеру, так. Это ответ на вопрос по поводу криптовалюты. Будущее за этим все изменится, фиат-мани уйдут без вопросов. И вопрос, можем ли мы успеть их поменять? Ну, Майкл, вопрос сразу от Лианы. Как вы думаете, через сколько уйдут бумажки? Год, два? Трудно сказать. Где-то они уже ушли. Я предпочитаю, я лично предпочитаю переводить потихонечку деньги, если есть они, конечно. Вот, переводить в крипто, потому что... Но если дело, если будущее, и все со всех сторон это мы знаем, то я даже не говорю о том, что мы можем на этом зарабатывать, а я просто говорю, хотя бы сохранить то, что есть. Ну так возьмите, создайте это, и чтобы это все было готово, и в определенный момент времени надо это переводить. То есть под матрасные деньги исчезнут. И это очень большая опасность. Кстати, у Сольги Викторовны мы это обсуждали, она в этом убеждена, собственно, как и я. Это я ей сказал, давай ты расскажешь, как ты видишь это и все. Поэтому когда, ну, я думаю, что в течение этого и следующего года, скорее раньше, чем позже. Мне так кажется, потому что 2020 год это было подготовка, 2021 это год изменений, начало изменений. Вот, ну, мы перейдем, поэтому лучше подготовиться к этому.